Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в очень клевую игру «Машина ест машину». Ну что, друзья, поехали! Мы остановились на 11 уровне. Давайте посмотрим, какие приключения нас ждут, ребята, в сегодняшней игре. Итак, у нас спин, конечно же, мы его берем. И у нас есть некоторые бонусы. Отличненько. Кстати, друзья, а вы уже играете в эту игру? Кто играет, конечно же, не забудьте поставить свои лайки. Посмотрим, сколько нас таких игроков. Поехали! Что будет дальше? Ну что, конечно же, едем дальше. Да, ребятки, очень-очень сложные дальше у нас идут уровни, но мы вместе с вами, конечно же, попытаемся их пройти. Берем еще один спин, еще берем бонусы, надеюсь, они нам пригодятся. Отличненько, поехали дальше. Ребятки, как вам эта игра? Ставьте лайки, если она вам нравится. Погнали! Вот это неудачка. Ну что, погнали дальше. Снова берем спин, конечно же. А, отлично. Ну же, есть. А мы продолжаем. Вперед. И двигаемся. Так, у нас есть ускорение, ребята. Сейчас мы ним попробуем воспользоваться. Да, вот это невезение. Но мы так просто не сдаемся. Воздушное пространство, ребятки, на нас нападает. И сейчас будет снова жесть. Так что мы продолжаем. Класс, у нас новые бонусы. Поехали. Да, все дальше интереснее. Ого, вот это разгончик, ничего себе. Круто. Заколдованное место. Как же нам его пройти? Да, все, ребятки, запутано, закручено. Но мы попробуем все-таки. Вау, вот это да, ух ты, ничего себе. Ай, ого, сколько их здесь. И ребят, снова они нас сожрали. Так, как же нам, ребята, пройти-то их, а? Ну, сейчас, конечно же, будем пробовать. Давайте посмотрим, может быть, здесь нам нужно что-то взять? Так, турбо у нас на полную силу. Что еще-то у нас, ребятки? Скорость у нас, в принципе, тоже неплохая. Так. Сейчас посмотрим. Урон. Ого, ребята, 1200 бриллиантов нам нужно. Так, совсем немного нам их не хватает. Так что вперед в бой. Попробуем заработать побольше бриллиантов. И, ребятки, улучшится. Так, поехали дальше. Так, патрулируется воздушным пространством. У нас спин.
есть, немножечко бонуса у нас есть. Это неплохо, поехали. Мы берем, конечно же, и набираем разгончик. Вот так вот. Ай-яй-яй, немного не попали. И, наверное, ребята, снова мы попадем на это место. Хотя, посмотрим, может быть, все-таки мы пронесемся. Ух ты, ишка, есть, отлично. Мы пролетели в то опасное место, ребята. Восстанавливаемся. И вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, падай вниз. О, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну пока, по-моему, неплохо. Пока вроде бы получается. Ого, классно. Мы справляемся даже с полицейскими. Круто. Давай-давай-давай-давай-давай. Набираем разгончик. Ну что, ребята, большая половина пути уже, в принципе, пройдена. И нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Снова загнала нас полиция в угол. И снова мы арестованы. Да. Неудача-то неудача. Ребятки, можно здесь нам что-то взять. Мы улучшаем бронь. Отлично. И, в принципе, можно продолжать дальше ехать. Поехали, друзья. Да, сложнейший уровень, ребята, а скоро же будет уровень босса. Я представляю, что нас ждет на уровне босса. Так, мы взяли спин и поехали дальше. Вперед! Набираем хорошенький разгон. Вау, вот это прыжок, ничего себе! Ну что, ребят, наверное, будем восстанавливаться. Нам нельзя, чтобы нас поймали. Нам нужно пройти этот уровень. Этот сложнейший уровень. Ребята, на каком уровне вы? Пишите мне в комментариях. Мне очень интересно. Напишите мне, каким самым сложным уровнем считаете вы в этой игре. Ай, ого, откуда они сваливаются? Давай, хряться их. Ну же. Давай, вперед. И разгончик, вот так вот, круто. Ребята, осталось нас совсем чуть-чуть. И мы дойдем до нашего туннеля. Давай, машиночка. О нет, съели нас, восстанавливаемся быстрее, ребят. Вот туннель, смотрите. Есть, фух, наконец-то. И мы спасены, отлично. Было сделать нам очень сложно, но мы это сделали. Мы прошли 11 уровень, и у нас следующий 12 уровень. Поехали! Смотрите, это что, огромный босс стоит? Ну не знаю, ребят, сейчас посмотрим, что нас ждет в этом уровне. Поехали! Всех, ха-ха, подрывает.
заканчивается. Продолжение обязательно смотрите в следующей нашей серии. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до скорых встреч, друзья!